Ах, тетя Роза, что вы говорите? Вы говорите, Додик не еврей? Он столько букв знает на иврите, и с Цилечкой родил 5 дочерей. Ах, тетя Роза, дорогая тетя Роза, вы успокойтесь и доешьте валидол. Чтоб делать так гешефты на привозе, так кто же он, по-вашему, монгол? Ах, тетя Роза, не вздымайте грудью, не кипишуйте и дышите через нос. А то, что ребе обрезал ему орудие, так кто он после ребе, эскимос? Ах, тетя Роза, что вы говорите? Вось трапилось, что Додик не еврей. Вы на базары хоть кого спросите, то там же днее всех и всех хитрей. Ах, тетя Роза, дорогая тетя Роза, вы успокойтесь и доешьте валидол. Чтоб делать так гешефты на привозе, так кто же он, по-вашему, монгол? Ой-вей. Ах, тетя Роза, не взимайте грудью, не кипишуйте и дышите через нос. А то, что ребе обрезал ему орудие, так кто он после ребе, эскимос? Ай, Роза, не закатывайте драму, вы можете ругать своих детей, но то, что Додик не послушал маму, не значит, что он больше не еврей. Ах, тетя Роза, дорогая тетя Роза, вы успокойтесь и доешьте валидол. Чтоб делать так гешефты виртуозно, так кто же он, по-вашему, монгол? Ах, тетя Роза, не вздымайте грудью, не кипишуйте и дышите через нос. А то, что ребе обрезал ему орудие, так кто он после ребе, эскимос? Так кто он после ребе, эскимос? Так кто он после ребе, эскимос?